Опасности тихой охоты. Все чаще в сводках МЧС появляется информация о заблудившихся в лесах Ивановской области грибниках. Только с начала сезона спасатели-волонтеры обнаружили и вывели из чащи 47 человек. В азарте поиска красивых подберезовиков и крепких боровиков ивановцы теряют страх и забывают элементарные правила поведения в лесу. Отсюда печальная статистика. С середины лета заблудились и погибли 3 жителя региона. Двоих ищут до сих пор. Еще одна женщина считается пропавшей без вести. Уходя за грибами, необходимо помнить, с наступлением холодов долгое пребывание в лесу становится по-настоящему опасным. Спасатели рекомендуют брать с собой мобильные телефоны, зажигалки и спички, чтобы развести костер. Также при себе важно иметь запас еды, воды и при необходимости лекарств. В МЧС с наступлением в конце сентября-начале октября бабьего лета прогнозируют новую волну заблудившихся. Для того, чтобы избежать неприятностей и не заставлять волноваться родных и близких, необходимо, собравшись в лес, обсудить с ними маршрут и время, то есть возвращения вами из леса. Лучше всего одеваться не в камуфляж, а в яркие вещи, допустим, оранжевого или красного цвета, которые могут привлечь внимание.